Ом Ти Юэй, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Сколько у нас людей, которые находятся в запасе? Насколько я помню, на память говорю, Министерство обороны называло цифру порядка 34 миллионов. Я просто к чему? Потому что если нашим врагам кажется, что у нас все плохо, все не так, и мы источаемся, нет. Даже не близко. Привет, слава Украине, слава ЗСУ. Вы, наверное, не знали, но в Пентагоне паника. Паника в связи с э, утечкой очень-очень-очень-при-очень очень, очень, очень секретной информации, которая ставит под сомнение украинское контрнаступление, которое так любовно российские пропагандисты называют контрнаступом. Короче, кажется, мы снова замерзнем этой зимой. Ну или через три дня что там, парад, и далее по программе Украина раз, развалится и от поддержки Украины еще чуть-чуть и точно откажется. В США разгорается скандал с утечкой секретных данных Пентагона американских спецслужб. И вроде бы даже в эфирах российских фашистских телеканалов говорят о том, что не все здесь так однозначно. Нельзя верить на слово американским представителям и, соответственно, публикациям в западной прессе. Но Женя, Оля и вообще весь пропагандистский цех не унывают. Они показывают о том как нам здесь тяжело и как они нас быстро победят. Инцидент может осложнить американскую поддержку Украины накануне крупного наступления в ВСУ, считает Блумберг. Испортила утечку секретных данных и отношения Вашингтона и Сеула. Что главное в войне? Правильно уничтожить всех российских захватчиков, которые перешли красные линии, линии государственных границ. И будет во время наступления Украины, конечно, нелегко, это понятно, но где же будет нанесен главный удар информации? Там нет и вообще. У меня лично складывается впечатление, что российским оккупантам просто готовят какой-то уникальный секрет. Если вы со мной согласны, тогда подписывайтесь на мой YouTube канал, если вы этого еще не сделали. Но здесь история она интересна, и вот э, Надежда Жени, как всегда, на кого? на Соединенные Штаты, что они перестанут нам посылать боеприпасы 155 калибра. Но в чем нюанс? Нюанс в том, что вот тут говорят, что Сеул обманули, что мол взяли южнокорейские боеприпасы и отдали их Украине. Тоже мне, тоже мне секрет. А то можно подумать, что никто не знает в Сеуле, для чего антироссийской коалиции по -по понадобились боеприпасы в таком количестве. Ну, вот я помню, полгода назад Канада официально купила 6 тысяч боеприпасов 155-го калибра. По крайней мере, заявили они о 6 тысячах. И вопрос, зачем они вдруг понадобились нашим канадским друзьям? Неужели восстание белых медведей? Думаю, думаю, что мы эти боеприпасы давно уже отстреляли. Но здесь есть интересный, интересный нюанс, который начал происходить в российских студиях. Ну, вы понимаете, у нас здесь все очень-очень плохо. Украина падет. Ну, например, вот же доказательства. Как утверждает американский журнал «1945», попытка наступления ВСУ обернется крахом всей Украины. Мобилизационные резервы ВСУ на грани полного истощения. Воевать Киев готов до последнего украинца. Пропагандистский прием от Оли Скобеевой «до последнего украинца» так себе. А то можно подумать, на этой войне граждане России не погибают. Погибают, кладбища растут. Да, с двух сторон. Но мы-то хоть понимаем, за что мы воюем. За что во воюют российские оккупанты? Ну, наверное, для того, чтобы успеть к 9, к 9 мая своего уже не деда и прадеда, а своего мужа или отца насадить на палку и принять участие в бессмертном полку. У них там замена участников теперь фотографии будут исключительно цветные. Ну вот, была фраза о том, что у Украины мало солдат солдат, какое-то, знаете, такое безымянное что-то. Потому что каждый украинский солдат – это чей-то отец, сын, брат и так далее. И мне это не нравится, вот когда говорят там «живая сила» или еще что-то. Потому что у каждого украинского военнослужащего, независимо от его воинского звания, есть фамилия, имя, отчество, призвище имя то по батькови, регистрация и громадянская позиция. Можливо, він навіть парахобот або зелебот. Но вопрос в чем? Что мы прекрасно понимаем, что цена для нас этой войны, она запредельна. И Оля вот хвастается. Он говорит, вот все, еще чуть-чуть, и они замерзнут. Украина развалится. Но что происходит? Какие а, законодательные новеллы появились в России. Те, кто уклоняется, будут предусмотрен ряд обеспечительных мер. Так, если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то... То что это значит? Это значит, что... Правильно, не будет второй волны мобилизации. Почему не будет второй волны мобилизации? Потому что первая волна мобилизации не закончилась. Путин не подписывал указов о том, что все мобилизировать никого не надо. И вот в преддверии вот этого страшного наступления, которое действительно обойдется нам, я понимаю, многих, много жизней. Я реалист. Я прекрасно понимаю этот ужас. Но а, хорошо, у нас-то у нас-то военщина, у нас хунта, некоторые считают 95-го квартала а до этого была кондитерская хунта. У нас выезд мужчин за границу запрещен призывного возраста. Некоторые самые хитрые выезжают, а иногда возвращаются. Но я не об этом. Мы свои реалии знаем. Но почему в России перед украинским контрнаступлением начали резко менять законодательство? К чему бы это? Законодательство в части призыва на воинскую службу или мобилизацию. Он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то он не любит Путина, он не любит а, Олю Скобееву или не верит ей. И в общем, а, человек этот заслуживает самого страшного наказания. Я тут почему-то вспомнил, как 10 лет назад был на Поклонной горе в Москве в музее, и там женщина лет 50, мальчиком 12 годков от роду, говорила, что смерти нет, есть только позор предательства. И вот для этих предателей Путина и Володина мальчикам тут нужно быть осторожными, придумали изменения в закон. Закон суров. То ему за подписью, цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничения на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Ограничение на выезд для мужчин призывного возраста, то есть с 18 до 60 лет, а в связи с чем? Наверное, им запрещают выезжать из России, потому что, потому что они могут таким образом опоздать на парад на Красной площади? Или какая-то другая причина, почему Путину так резко понадобились солдаты? Неужели парад будет не только в Москве, но и опять в Киеве? Или, или что? Что у них случилось там на болотах, что нужно вот так вот четко э, отреагировать на нашу инициативу. Вы же знаете, 8 апреля был день военкома э, Российской Федерации. А потом, в этот день военкома, чтобы военкомата не сжгли, они придумали, что все будет в цифровом виде. Вот где цифровой диктат. Теперь ты не сбежишь от мобилизации, дружок. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать индивидуальные предприятия, брать кредиты, займы и так далее. То есть это полное поражение в правах. Ни выезда, ни работы, ничего. А, остается только податься в дремучие леса, где-нибудь за Уралом. Но для этого нужно что? Нужно знать иностранные языки. Разработать учебник китайского языка тоже было бы неплохо. Ну а потому что объективно китайская диаспора Довольно большая. Вот очень много китайцев в Москве живет постоянно. Немало китайцев живет во Владивостоке. И... Вот так вот их и качают. Не смогли выучить английский, немецкий или французский. Такие языки ранее изучались в российских школах. Теперь придется попробовать себя в китайской области. В китайской области на бывшей территории России. Очевидно так. Но мы возвращаемся к главному вопросу. Ну, еще раз. Война Украины и России. И, понятно, жертвы и с той, и с другой стороны. Но а почему они так сильно меняют законодательство? Ведь послушаешь того же Картопалова, это, кстати, двухзвездочный или даже трехзвездочный генерал, который говорит, что да нет, парни... Не волнуйтесь, у России с мясом все хорошо. Мясные штурмы будут. И сколько у нас людей, которые находятся в запасе? То есть, скажем так, военнообязанных ну, у нас сколько? Министерство обороны называло цифру порядка 34 миллионов. Я просто к чему? Потому что если нашим врагам кажется, что а, у нас все плохо, все не так, и мы источаемся, нет. Даже не близко. Я с этим, кстати, согласен. Это большая дикая страна, где жизнь человека ни хрена, простите, не стоит. И им отправить сотню, вторую, третью, а может быть тысячу, вторую, третью или десятки тысяч людей в мясной штурм с пониманием того, что их задача, чтобы на них просто были потрачены украинские на натовские боеприпасы, вообще не является проблемой. Но вот поймет, он же Владимир Рудольфович Соловьев, ненавистник озера Кома, именно туда будет осуществлен ядерный удар. Ну, так сказать, чтобы знали, как на его даче время проводить. Так вот, он говорит, что Россия нифига не истощается. Но вот эти вот законодательные инициативы, они же забавные, они э, полномерны. то есть они полностью направлены на то, чтобы никто не сбежал от армии Путина. Ваше мнение по поводу участия сворочников в миротворческих операциях? Недавно законом разрешили это. Какие миротворческие операции? Вы об чем? У нас большая война с огромными потерями. Учитывая, что последние полгода мы терпим одни сплошные поражения в основном, серьезные поражения.